Здесь кто рассказывает? Рассказчик. Экскурсию проводит. Представляет территорию. Лейла? Идем, Лейла. Ты мне показывай, я тебе буду помогать, что там рассказывать. Поехали. Ты рассказываешь, что у вас где находится. Вот там вот что такое, вот это что такое. Вот это... Здравствуйте, дорогие гости. Поехали. Здравствуйте, дорогие гости. Мы хотим показать вам наше жилище. Мы хотим вам показать наше жилище. Проходите, пожалуйста, в дом. Проходите, пожалуйста, в дом. Все проходим и за гостями идем. Проходите, гости, дорогие. Проходите, гости. А я люблю кушать. Так, вначале мы идем куда? Всегда мы приходим после работы. Что мы делаем? Моем руки. Моем ручки. У вас такой оригинальный умывальник называется. Он работает? Красный ключ. Да. Красный ключ вверх ногами. Он работает? Да. Пойдем, посмотрите мне. Там на фотоэлементах, наверное. Хай, тетя, я пошутил. А работает, ручки можно помыть. А, я уже помыла ручки. Во. Давайте пройдемте дальше. Это что такое? Это палач. А вы все вместе там живете? Да. В раз или по очереди спите? Кто-то караулит, кто-то что делает? Все вместе, да, вот нормально. Еще и с мячом. Да. Нормально. Страшно, можно поиграть. Все, понял. Поехали дальше. А вот это что такое вот там? Вот, что такое? Это наша лавочка. Это наш оберег. Оберег, оберег. Как называется? Оберег, шишечный оберег. Шишечный оберег. А от чего он оберегает? Я не знаю. Он оберегает признак. От еды? Нет, от комаров. От злых духов. Духа. От вот, например, у третьего отряда оберег, есть специальный оберег от Марата. У вас такого нет? У нас нет Марата. У них оберег от Марата топор. Я вижу. Понятно. А где вы, например, кушаете или вы не кушаете? Это кушаем. Мы в палатке кушаем. А, прямо в палатке кушаете. Понятно. А вот это что такое у вас такой патронтаж? Это у нас запасы. Запасы. Умывальник, а думаю, вот это питьевые. Самый это главный питьевые. Объект на вашей территории. Что? Флаг. Флаг, вот, правильно говорят, флаг. А вас как отряд называется? Покажите. Горячие сердца! Горячие сердца. Что, горячие сердца нам приготовили что-нибудь? Творческий номер приготовили какой-нибудь? Да. Давайте вместе споем, по-моему, батарейку, да, мы поем? Да. Поехали. Гостям. Это за то, что щипало. Марина Владимировна, громко поем, ладно? 3, 4. Холодный ветер дождем усилился обратно. Все говорит об одном, что нет пути обратно. Что ты не мой лапушок, а я не твой Андрейка. Что у любви у нашей села что? Батарейка! О-о-о-я-йо! Что? Батарейка! О-о-о-я-йо! Как еще? Батарейка! Я? Да, давайте мы еще раз припев споем. О-о-о-я-йо! 3, 4. Спасибо большое, аплодисменты четвертому. Очень приятно было побывать.